Карамелька у нас лопает овсянку на молоке, но без масла овсяночка у нас. Опять же, нюшки приготовила я, когда себе варю кашу. Пока еще сахар не добавила, всегда откладываю кошечке. Нюшка у нас любит. Ну вот малыши тоже. В прошлый раз ели у нас, и мальчишка поел овсянку даже. И вот карамелька с удовольствием. Что-то такое нравится им в овсянке. Вкусное, скажи, вкусно, да? Кэти, пошли к нам, может, тоже овсяночку попробуешь? Пошли, пошли, посмотрим. Айда, Кэти. С таким аппетитом. При том, что она съела паштет, напилась мамкиного молочка, и все равно вот она кушает еще овсяночку. Давай, Кэти, пошли к нам, Кэти. Кэти любит все розовенькое, как настоящая девочка. Мышка розовая ей понравилась, мячик розовый. Девчулька-лопатулька. Эти двое дрыхнут. Сурки. Кэти. Кэти. Нет, Кэти увлечена мячом. Да? Дуняшка, пошли. Может, тоже овсянку захочешь? Пошли, Луна. Айда? Айда, айда. На. На, Луна, на. Но Луняшка не любит овсянку. Редко она ее кушает когда-то. Давай, идите. Пробуй. Какая-то, похоже, волшебная овсянка, да? Что даже Луняшка ее кушает. Ничего не понимаю. Вкусная какая-то, да? Вот реально не каждую они едят. Вот это им понравилось. На вкус. Нюшка спит. Не дождалась овсянку, пошла спать, Нюшка. Сейчас Луняшка съест.